эфире телепомощник «Мои документы». Здравствуйте. Прописка по месту жительства. Сегодня поговорим о ней. Причем здесь идет разделение – временная регистрация или постоянная. Для временной прописки необходимо: первое – заявление о регистрации по месту пребывания. В нем необходимо расписаться тому, кто прописывается, а также собственнику жилого помещения, где вы будете зарегистрированы. Второе – документ, удостоверяющий личность заявителя. Третье – документ, который является основанием для проживания в жилом помещении. Это может быть договор социального найма, свидетельство о государственной регистрации права на жилье. Четвертое – домовая книга, потребуется для прописки в частном доме. Согласие на прописку обязаны дать все собственники помещения. За несовершеннолетних детей письменное согласие дают родители. Постоянная прописка подразумевает такой же перечень документов. Единственное, в отличие в первом случае, при получении паспорта вы получите приписной листок. А во втором, в самом паспорте специалисты паспортного стола проставят печать с адресом регистрации. Если в планах прописка несовершеннолетних детей, потребуется также их свидетельство о рождении. Весь перечень услуг, которые предоставляет многофункциональный центр, вы можете получить в наших офисах. В Уссурийском округе таких точек 6. Расположены они по следующим адресам: Некрасова 91А, Тургенева 2, Ладшоссе 119, Беляева 28, а также в селах Борисовка и Новоникольск. На сегодня это все. До скорого. Мои документы. На все случаи жизни.